Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня я опять ходила на магнит. Здесь на улице так классно. Решила поснимать. Так красиво, смотрите, все гаражи убирали. Ну, по крайней мере, красивее стало, если даже будет стоянка. Хотя бы не гаражи, а то гуляешь, и гаражи как-то страшновато. Смотрите, какая красота. Снежок так блестит. Ой, блестит, блестит. Какие деревья. Какой здесь сквер красивый. Такие деревья, такие на них белые снежки. Видимо, снег шел с этой стороны. Их так облепил красиво. Вон там ворона. Кушает что-то. Что-то кушает. Собачки там гуляют. Тут дом. Жалко, елочек здесь не хватает. А когда-то здесь был тоже сквер, был заброшен. Там вот было все в лопухах. Пухи были почти под метр. Что было даже страшно тут ходить. А потом вот их всех посрубали. Летом здесь полянка. Летом, кстати, мы здесь гуляли с вами. Лыжня. Лыжня, смотрите. Как красиво. Сейчас представляю, как красиво в лесу. Солнышко. Красота какая. Там листочки вон попадали. А впереди там горы большие. Тут впереди какие горы, смотрите. Чистили, видать. Ну, тут в основном собаки. Собак выгуливают. Сегодня второй раз ходила на магнит. Там вот листочки какие-то. Какие-то листочки. А, вон. Вот оно, дерево. С листочками. Какая красота. Пенечек. Тоже дерево. Сейчас шла, обходила дедушку. Не знаю, то ли пьяный, то ли что, как закричал. Я же, блин, подпрыгнула. Потом второй раз закричал, я быстрее шаг прибавила, а то шла таким прогулочным. Тут вот. Экологию портят немножко. Ну, немножко страшновато. Когда так неожиданно вдруг сзади тебя кто-то кричит. Таким звуком, как будто среди гаражей идешь поздно ночью. А там собака вон лает, ругается. Там вот тоже очень красиво. Ой, снег чистят.
снег чистят, какими штуками дорогу вычищает, какие штуки стали интересные. Такие деревья красивые. Интересно, она жужжит. Раз дорожку сделала. Поставили нам сегодня новую трубу. Такая вот она. На улице они хранятся. Ржавая. Сейчас я ее помыла. Она подсохнет. Ой, я ее буду красить. Как мне вот еще наверх туда залезть. Вот, стало так грязно, вон, смотрите, вообще. Брызги летели. Кошмар. Хорошо, у нас здесь ремонта еще нету. Вот, летело. Здесь еще только будет ремонт. А на кухне тут я вчера уже покрасила трубу одним слоем. Вот он один слой, тут видите, как получилось. Здесь хорошо прям получилось. Хочу вот еще тут покрасить, но здесь вот она как раз вот какой она сторона-то. А вот она двигается как раз таки сюда. Здесь нельзя. Не знаю, наверное, не буду трогать ее. Может быть, что-нибудь, если сверху ее одеть, такое симпатичное. Но она такая вот беленькая получилась. Где она тут? А! Ой, где? А вот. Ой, снизу кошмар. Ба, снизу-то как получилось. Сейчас я буду ее красить второй раз. Опять снизу. Она как такая, как будто под дерево получилась. Да, и у нас хорошая новость. А, кухонный гарнитур, скорее всего, в четверг привезут. Ну, я так надеюсь, что в четверг. Вот, соберут, не знаю как. Но я буду, скажу вам в отдельном влоге, что, как там. Вот. В среду вот будут убирать вот это все безобразие. А в четверг уже будут ставить красоту. Вот у меня второй слой получился. Уже лучше. Вот так вот. Где-то, наверное, вот отсюда вот. Тут так будет столешница идти. Вот эта вся сторона будет видна. Где-то, наверное, до сюда, наверное. И дальше шкафчики. Вот надо еще вот эту сторону еще раз покрасить, чтобы она прям была белоснежная. И не знаю, думаю, может быть, ее декорировать как-то я буду потом, когда поставить кухонный гарнитур. Не знаю даже как. Напишите в комментариях, как можно отдекорировать кусочек трубы. Получится там где-то вот так вот. Как его можно? Я думала бамбуком подрисовать. Либо половинку бамбука купить. Приделать, приклеить на момент. Либо веревками еще обделывают. В конце ролика я, наверное, вам это картинки скину, какие бывают. А вы напишите, что можно сделать. Хотя, наверное, когда кухонную гарнитуру поставят, там будет видно. Потому что я уже, честно говоря, немножко не помню, какого он там цвета. Я помню, что дерево, какого цвета, я уже не помню уже все. Надо было сфотографировать. Вот, пока у нас так вот. Ждем, ждем. Я прям вообще в предвкушении. Скоро кухонка будет. Готовить с вами начнем. Пишите пока рецепты, какие хотите приготовить. А я буду смотреть, как они готовятся. И здесь я тоже покрасила трубу. Кстати, черная труба красится гораздо проще и быстрее. Здесь, я думаю, еще второй слой и все. Будет достаточно. Ну, вон там еще надо будет потом докрасить. После ремонта, может быть. Или когда там все. Вот она довольно хорошо
Соблазнула? Удивительно.